Вот и апрель, звенит капель, и солнце славно припекает, к мечтам благим располагает, кто на рыбалку, кто на сад, а кто и огороду рад. Где зеленеет травка, а где еще снежок лежит, и воздух так весной манит, природа снова обещает любовью всех нас обновить. Я принимаю обновление весны, прекрасное творение, и соловьем запеть готов, в очарование погрузиться и жизнью милой насладиться. 3 апреля. День Фомы. Святитель Фома жил в 7 веке. Был избран патриархом Константинопольским. В годы его патриаршества было явлено грозное знамение. Кресты, которые несли во время крестного хода, стали без видимой причины колебаться, ударяться друг о друга и разламываться. Предвестие означало раздоры и беды. Фома обратился к пастве с мольбой, с просьбой молиться о том, чтобы Бог взял его душу раньше, чем случится предсказание. После его смерти церковь охватили многочисленные ереси. Этот день имеет еще несколько названий. Кирилл Катаник, Катальник. Это название дано в честь святого Кирилла, епископа Катанского. Он сотворил много чудес. Вот одно из них. В той местности, где он жил, был источник с горькой водой. Святой Кирилл, помолившись Богу, переменил горечь этого источника на сладость. Также он подает исцеление в этот день тем, кто обращается к нему с верою. В этот день оканчивается санный путь. Санки убирали до следующей зимы. Меняли и обувь. По мокрому снегу в валенках далеко не уйдешь. Валенки меняли на берестяные лапти. В это время к домам людей снова приближались вредные духи, которые могли проникнуть в дом через грязную колодезную воду. От них можно защититься с помощью золы и печных углей. Угли хранили в себе тепло и силу пламени, которая изгоняла этих духов. Сегодня брали из печи уголь или золу, заворачивали в тряпицу и прикладывали к больному месту. Использовали сегодня и заговоры. Если человек заболел, то его 3 дня парили в бане. Все это время он должен был говеть, то есть поститься и посещать церковь. Следующие 3 дня надо было ходить по улице, не покрывая голову. На 4-й день звали знахаря. Он поил больного водой, в которую добавлял горячий уголь или золу. В это время знахарь читал заговор. Приметы. Если сегодня гроза, год будет урожайным. Комары появились, жди потепления. Если лед стоит еще на водоемах, весеннего лова рыбы не будет. Желтые лучи, идущие от солнца на восходе, к хорошей погоде. О том, что лето будет дождливым, предвещал бегущий обильно березовый сок во время его сбора. Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Знаете, вот я даже не знаю, как и начать, и с чего начать. Ко мне пришло письмо, где молодой человек 41 года, ну, говорил там, кто-то помочь. Я сделал целое видео и написал, что я для вас сделал видео и написал. Вот, ответ дан в видосе, с чего начать. И представляете, 1 апреля мне пишут: Геннадий Петрович, спасибо за ответ, для меня это очень важно, да? Видео, к сожалению, нет. Ну как нет видео? Ну смотрите последнее видео. Далее, спасибо еще раз, видео не пришло.
Посмотрел на вашем канале, вы про него говорили, и при этом дается ссылка на эфир на Москву 31 марта «Прощай, столица». Я просто как-то это, как бы сказать, выпал в осадок, что ли. Написал, смотрите, доброго здоровья. Через некоторое время, буквально-таки, через 2 минуты еще написал, значит, упадок сил, с чего начать? Я потратил столько, знаете, времени. Просто как-то у меня вот слов нету. Мне тема оздоровления. Я уже интересуюсь там соответствующим образом. Более того, если бы я что-то от вас утаил, написал книги, методика, разжевал, видосы сделал, наконец-таки эти книги еще надиктовал. Ну, смотрите, что, что и как, с чего начинать. Я еще, знаете, вот по своей доброте душевной, простоте душевной, еще разок повторяю, там, как, вот, что там делать, раз там вот, вот такие вот вещи. Привожу примеры. И мне просто-напросто, знаете, ну непонятно. Вы не цените ни свое время, ни мое время. Как Высоцкий говорил, а я мог в это время играть там, угуривать и мошки на гармошке. Ну, давайте еще разок комментарии прочтем. Что так пишут? Что пишут, да? Так, пока ничего. Хорошо, сегодня 2 апреля в Москве зима. Далее, вот Александр Смоленцев. 2 часа назад пишет. На мое видео разъяснение дыхания, очищающим болевую форму жизни. Тоже я уже разъяснил. Пишет, Геннадий Петрович, подскажите, пожалуйста, как при помощи циркулярного дыхания вывести болевого паразита? Смотрите, дышите. Дело в том, что все мы разные. Я об этом и много писал. Не знаю, вот знаете, написано, рассказано. И опять то же самое. Я не хочу пересказывать. Далее. Тимур Д. Почему на 7-й день голодания начинает подниматься давление? Знаете, я, конечно, могу предположить. Давление может подниматься из-за того, что организм начинает на голоде вот эти все, будем говорить, нормализовать механизмы, которые поднимают давление. Грубо говоря, он начинает с ними работать. Поэтому, как правило, это выражается в том, что идет какое-то обострение. Это говорит о том, что его надо пройти, набраться смелости и пройти, для того, чтобы его дальше не было. Дальше, что делать, чтобы продолжать голодать дальше? По крайней мере, подождать денька, два, три. И если у вас давление не пройдет, значит, с вами действительно что-то такое довольно-таки серьезное, что даже голод не берет. Голод, как правило, знаете, берет довольно-таки быстро. Выравнивает. Да, обострение, часа 2, 3, 5, там, грубо говоря, потом хоп, все это дело прошло, и все это нормально продолжается. А если у вас обострение идет какое-то и не снижается, значит, тут что-то у вас довольно-таки серьезное. Вот, чтобы продолжать дальше. Вот сколько раз я говорил. Для того, вообще за свою жизнь надо взять ответственность. Одним из составляющих вашей жизни является здоровье. За него тоже надо взять ответственность, не перекладывать. Знаете, человечество давным-давно пошло не в ту сторону. И мы все это сейчас видим наглядно. Вот в том, что деление на якобы здоровых, якобы нездоровых, якобы таких-сяких, эти сделали модную процедуру, это не сделали и так далее, и тому подобное. При этом и те, и другие болеют. Но вот такая вот ерунда, значит, идет. И все якобы они за нас думают. А на поверку получается какая-то, знаете, думка такая.
несколько корыстная, а что касается конкретных показателей, чтобы здоровье там нормализовалось и прочее, прочее, ничего этого нету. И вдобавок еще, что я хочу сказать, каждый человек индивидуален. На голоде у каждого вот есть просто общее направление, что примерно вот так она будет. Но тем не менее, все мы как-то нажили какие-то там заболевания, какие-то недомогания, какие-то, допустим, эмоции зажали и так далее, и у каждого это все выходит по-разному. Плюс еще что? Вот человек думает, что он голодает, при этом он там пьет только чай, думает, что можно там еще там соки пить, или еще что-нибудь делать. Я не знаю, как он голодает, что якобы это вот я голодаю, по его понятиям, он голодает. А на самом деле это и близко не напоминает голод. Это я так, к примеру, говорю. И поэтому судить о том, что происходит и почему происходит, то так, знаете, за глаза брякнуть что-то непонятное. Книга есть, руководство. Читайте, вникайте, пробуйте. Значит, смотрите, на 7-й день начинает подниматься давление. Значит, расшлакуйте свой организм голоданиями, которые длятся 4-5 дней. Не приступайте. Сделайте, грубо говоря, 10 этих голоданий через соответствующие интервалы. А дальше уже попробуйте большие сроки. Следующий. Алекс Черри. Добрый день, Петрович. У дочки 5,5 лет, острится. Чем лучше всего лечить? Спасибо. Лечиться, острицы не лечатся, они выводятся. Просто это такое. Вот тут и Маргарита Варго говорит, противопаразитарные травмы не пробовали, та же пижма. А можно рецепт, пожалуйста, и микроклизмы тоже можно, вот Алекс Камри. Так, Маргарита пишет, посмотрите, в интернете очень много информации, хорошая программа по очистке от паразитов по Семеновой. По Семеновой, как правило, ну, все это, я не хочу сказать, что это там что-то там плохое, просто там дозировка дана для, допустим, взрослого человека. Естественно, для ребенка надо ее там уменьшить. Короче, надо в любом случае приложить голову. Наберите там про травы написано, дополнительно по каждой траве можно отдельно посмотреть и так далее. Рецепты все имеются. Но это ж надо смотреть. Так. Живая еда. Детям лучше давать тмин, гвоздику, пижму. Промолоть начать с 1/5 чайной ложки 3 раза в день. Можно перед едой или до еды, постепенно доводя до 1 чайной ложки без верха. Курс 14 дней. Следующий месяц повторите. Мы своих детей такими курсами делаем, меняем тмин на фенхель, нистата. Живая еда. То есть это уже практика. Человек прошел через это. Он уже, грубо говоря, выводил паразитов. Ну, своих там детей и знает и понимает, как это делать. Далее Андрей Патрушев спрашивает, когда будет стрим? Я написал, хотя тут Вадим Лагрин написал, похоже, не вскоре, дел забот сейчас, у каждого вагон. Я написал, что я не вижу в этом смысла. Вот, допустим, со мной общалась Москва, да, чтобы мы делали там вот этот прямой эфир для Москвы и окружающих Подмосковья. Ну и что? Одни и те же детские вопросы. Сколько пить воды? А можно ли пить соду? А что такое кислотно-щелочное равновесие? И так далее, и тому подобное. Смотрите, читайте.